Российский диктатор Владимир Путин снова выступил с заявлениями о вооруженном мятеже основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На Красной площади во время выступления перед военными он заявил, что фактически остановлена гражданская война, и похвалил силовиков, которые якобы стали на пути смуты и уберегли Россию от потрясений. В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России. Также Путин считает, что решающую роль сыграло якобы объединение россиян. Хотя по факту во время мятежа в России царил хаос, а россияне пытались всеми способами выехать из страны. Ваша решимость и мужество, так же как и консолидация всего российского общества, сыграли огромную, определяющую роль в стабилизации обстановки. Также Путин решил поделиться и тем, что содержание группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. На денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 миллиардов 262 миллиона рублей. Практически в это же время с обращением выступил и белорусский диктатор Александр Лукашенко. Он рассказал свою версию происходящего во время так называемой смуты. По его словам, в этот день Путин связался с ним и был настроен серьезно. Принято жестокое решение, оно и прозвучало под текстом выступлений Путина. Мочить. Лукашенко рассказал, что Путин подробно проинформировал его о событиях мятежа. А выйти на разговор с Пригожиным было его идеей. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. Путин якобы ответил, что все бесполезно, ведь Пригожин трубку не берет и разговаривать ни с кем не хочет. Но Лукашенко настоял на своем. Я говорю, хорошо. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться. Также белорусский диктатор заявил, что им были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность, когда начался вооруженный поход на Москву. В ходе обращения Лукашенко рассказал и о том, что ЧВК «Вагнер» будут обучать белорусских военных, расскажут об оружии, а также наступательных и оборонительных действиях.